троллим Яндекс Алису за дальше по математике в начальной школе. В смысле? Поумнее меня! Доктора, доктора, скорее! По математике! Ай, забыл включить! Калькулятор потеряли, что ли? Ребята, вы на моем канале Sony Lifelike. Сегодня мы троллим Яндекс Алису с дальшими по математике в начальной школе. Кстати, в третьем классе. Но перед началом этого видео не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайки. А мы начинаем. Ну что, поехали. Привет, Алиса, помоги решить задачу по математике. Ай, забыла включить. Привет, Алиса, помоги решить задачу по математике. Конечно, помогу. Тогда слушаю условия. Слушаю вас внимательно. Посмотрите, какой. Так. Детям почистили 60 мандарин поровну для каждого. Это много или мало? Какая разница? Помоги задачу решить. Давай. У меня нет домашних заданий. Повезло тебе. И не говорите, сами себе завидую. Ладно, идем дальше. И раздали конфеты. А что за конфеты? Обычные конфеты. Белорусские? И новинки от коммунарки. А это какое-то значение имеет? Мне вот тоже интересно стало. Каждый получил на 2 конфеты больше, чем мандаринок. Ну почему так мало? И так сойдет. Потому что, не слиплось. Интересная мысль, чтобы обсудить ее не со мной. Вместо точечки. Сколько всего конфет раздали, если было 30 детей? Это надо уточнить в интернете. Так ты ж типа умная. Ну уж поумнее вас. Доктора, доктора, скорее. В смысле поумнее меня? Так ты поможешь решить задачу или нет? Давай там делай первое действие, а то мне уже скорее надо в школу. Давайте попробую помочь. Я ж тебе уже прочитала задачу, тебе еще раз прочитать? Какие параграфы? Шо? Какие? И что такое параграф? Задачи решать будем? Ну, конечно, давай же в первое действие говори мне. Если я начну быстро говорить, то вы ничего не поймете. Пойму, мне главное записать. Удачи вам в этом непростом деле. Так ты мне помогать собралась? Конечно, чем помочь? Детям почистили 60 мандаринок. Ого, зачем? Поровну для каждого. И раздали конфеты. Я запуталась. Давайте другую задачу. Давай. Шикарно. Какие тут есть у меня? Давайте попробую. Так. Ага. 630 плюс 270. Калькулятор потеряли, что ли? Так ты ж сама можешь это решить. Математика. Это моя не самая сильная сторона. Давай тогда. 760. Расскажите, какой последний мультфильм вам понравился? Так, надо же... По математике! Вы хорошо знаете математику? Ладно.
Неплохо. А ответы есть? Нет. Вообще-вообще? Вообще-вообще. Ты поможешь мне задачу решить или какой-нибудь либо пример? Ты поможешь мне задачу решить или какой-нибудь либо пример? А какое задание? 630 плюс 270. Это задание из одного уравнения? Да. А вы умеете решать такие задачи? Ты реши, я умею. Хорошо, при случае обязательно попробую. Так это же случай. Попробуй обязательно, пожалуйста. Приложу столько усилий, сколько потребуется. Реши! Конечно, я всегда все сама решаю. Ой! Ничего страшного, все через это проходили. Алиса, ответ скажи. О чем именно? 630 плюс 270, ответ скажи. Это будет слишком много, у меня в голове не укладывается. Так... Ребята, извините, она такая неумная, она глупая. Ну, она же сказала, что давайте я помогу. Почему она не помогла? Давайте, у нее же терпения нету. Ладно, самый последний пример, напоследок. Алиса, 5 плюс 5. Я высшую математику еще не усвоила. Так это же даже мой младший брат знает. Ребята, как машина в воде? Я не понимаю. 2 плюс 2. Странная у вас математика. 2 на 2. У вас экзамен по таблице умножения? Да. И как подготовились? Нормально. Это хорошо. Чем занимаетесь? 1 плюс 1. Ничего себе вы задачку задали. Это же даже первоклассник знает, это же нам первоклассник. Ну да, весомый аргумент. Ребята, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на меня, нажать на колокольчик, поставить лайки. Всем пока!